На сегодняшний день в нашей стране сформировано общенациональное единство вокруг общественных организаций, общественных институтов и политических партий. И сегодня в рамках проекта «Беларусь единая» мы вот так совместно, вместе идем в народ, идем к нашим гражданам для того, чтобы в очередной раз переосмыслить, что происходило в нашем историческом прошлом и каков будет образ будущего нашей страны. Это очень знаково и символично, что в преддверии одного из ключевых праздников современной белорусской государственности, Дня народного единства. Единство воцарится в каждом регионе. И не только на протяжении этого периода времени, мы уверены, что это то самое будущее, которое мы формируем сейчас вместе. На каждой диалоговой площадке каждый из лидеров мнений выступит с определенной речью. Конечно, очень важно выстроить эту работу в диалоге. Наше общество за последние годы сделало качественный рывок в плане общественных обсуждений очень важных проблем. Сегодня мы, конечно, будем затрагивать и те риски, угрозы, которые возникают вокруг нашей страны, ну и, конечно, мы будем ориентироваться на будущее, будем ориентировать нашу молодежь на важнейшие национальные ценности нашего государства. Единение миролюбивого созидательного труда и активного патриотизма. Это очень важно. Уверен, что череда этих встреч в каждом регионе нашей страны даст необходимый импульс для развития всего.